Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я хочу поделиться своим отзывом на корейскую косметику, которая решает множество проблем с кожей. И сразу скажу, что это не реклама, а мой честный отзыв на средства, которыми я пользуюсь уже почти 2 месяца. И некоторые средства меня настолько впечатлили, что я их купила даже повторно. В конце видео покажу, что именно я купила второй раз. В составе всех продуктов нет вредных компонентов, искусственных ароматизаторов и красителей. Все продукты веганские и имеют множество наград и сертификатов. Ссылки на косметику я оставлю в описании под видео, и если вас что-то заинтересует, то можете на сайте подробнее ознакомиться с каждым из средств. Мой фаворит – это вот эта осветляющая сыворотка от пигментации. Она отлично отбеливает кожу, а оказывает антиоксидантные действия и глубоко увлажняет кожу. Здесь в составе 5% ниацинамида, глутатион, гиалуроновая кислота и сквалан. И подходит она даже для очень чувствительной кожи. Второй мой фаворит – это вот эта очищающая маска с экстрактом полыни. Она прекрасно себорегулирует кожу, уменьшает поры, успокаивает и снимает раздражение. Среди активных компонентов здесь содержится экстракт полыни, глина, бетаин, гиалуроновая кислота и бета-глюкан. Еще один мой любимчик – это пилинг-гель с PHA-кислотами. Он эффективно отшелушивает кожу, выравнивает рельеф и смягчает кожу. Также этот гель ускоряет регенерацию кожи и оказывает омолаживающее действие. А это очень классный крем с 10% пантенола, который интенсивно восстанавливает кожу и защищает ее от неблагоприятных факторов. Он здорово успокаивает, отлично увлажняет и хорошо смягчает кожу. И последнее средство – это лечебная сыворотка от прыщей с маслом чайного дерева, ниацинамидом, салициловой кислотой и гликолевой кислотой. Она обладает антибактериальными, противовоспалительными и успокаивающими свойствами. И ее лучше всего использовать вечером точечно на воспаление. Все эти средства мне очень понравились, а маску я даже купила повторно, настолько круто она работает. Хотя она очень нежная, но состав и эффект здесь просто бомбический. А меньше всего мне понравилась вот эта вот сыворотка от прыщей. Мне кажется, ее больше всего оценят обладатели проблемной кожи или подростки. И напоминаю вам, что ссылки на все средства находятся в описании под видео. А вы пробовали что-то из этих средств? И как вообще относитесь к корейской косметике?